Так, любители истории, всем привет, всем доброе утро. Вовина жопа, спина, Супра, которая едет наконец-то на косметические процедуры. Везем на Дукалисе, Дукалис чистенький, давненько вы его не видели, я тоже давненько не ездил. Ну и правила известны, если в Дукалисе едешь, надо еще куртку на крючок повешать. Блин, дверь не открою. Все, едем в торговый, техцентр Очаково. Жизнь дальнобойная, она, знаете, такая, блин, хутор у меня, центр, блин, нахуй. Так, ну все, привезли Супру на соседи Очаково. Это наши друзья, товарищи и партнеры по всем кузовным делам. Кстати, именно здесь делали Dark Supra, ставили у нее очка и обвес. Здесь делали Белугу всегда, и все наши гоночные машины мы красим именно здесь, и не только гоночные. Значит, по Супре что будем делать? Будем делать порог, как я вам уже показывал. Ну, вот здесь вот из-за того, что порог терся, видите, терло до металла ржавеет. Сейчас мы это все покроем, точнее, покрасим, починим, а потом это все сверху еще ляжет с всего этого защитная пленка Тагамаку, которую мы в этом сезоне будем тестировать в дрифте в том числе. Здесь, короче, поменять, покрасить, починить, точнее. Здесь то же самое, но здесь уже меньше. Там всякие мелочи, и, собственно говоря, идет сборка уже в чистовую машину после того, как вернется за Чаку. Мотор у нас уже почти готов. Я еще и тут заканчиваю видос по Карелии. Да. И смотрите. Всего хорошего! Оставлять?